У нас есть один подозреваемый, но его местонахождение неизвестно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтонов. Он упорно требовал, чтобы они прекратили строительство в Blackwood Pines. Заявлял, что это священная земля его предков. Эс. Е. Эс. Ты. Сестра. Спроси, чья сестра. Джош. Это наверняка... Которая из сестер? Беги! Боже мой! Эш! Эй! Иди ко мне. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Что за хрень? Джессика! Господи! Господи! Джесс! Джесс! Джессика!
нет! О, господи! Нет, Джессика! О, боже! Джесс! Джесс, ты жива? Черт, нет!
нашли! Есть там кто? Эшли? Эшли! 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 Крис! Вот зараза! Ты все время говори со мной. Что произошло? Крис! Крис! Ты здесь? Привет! И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем испытание воли. Эксперимент. Что тут происходит? Для этого эксперимента нам понадобятся эти двое подопытных. Джошуа и Эшли. Твою мать! Есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Господи, Крис! Выйди сюда, отсюда! Пожалуйста, меня отсюда, прошу вас, успокойтесь. Все очень просто. Кристофер, прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. Черт, нет! Боже, я не верю! Так, ладно, все будет нормально. Дружище, братан, погоди, Боже, остановись, мой, подумай. Крис, я не хочу умирать! Погодите, я что-то не соображу. Черт. А? Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу! Спасибо. Не надо! Это же бред! Идиотизм! Не может такого быть! Крис, скажи мне, что это неправда! Ясно! Нет, Крис, ты решил спасти Эшли! О, нет! Нет! Я думал, мы друзья! Я-то думал, мы друзья! Прости! Как ты можешь? Остановитесь! Так нельзя! Нет! Остановись! Нет, хватит! Нет, так нельзя! Нет, не смотри, Эшли, не смотри! Что произошло? Крис, прошу, скажи мне, что он живой, Крис!
мне. Я сейчас, Эш, я сейчас тебя освобожу. Тише. Так, давай развяжем тебя. Надо уходить отсюда. Нет! Мы уходим, слышишь? Крис, что случилось? Джош! Что, Джош? Эй! Он погиб! Стоп, прямо что? У нас на глазах! Ты там, что несешь? Маньяк! Маньяк? О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что там случилось? Маньяк как? С пилой! Да. Либо Джош, либо Эш! Я не знал, что делать! Господи! Она его распилила! Все кишки наружу! Что? О боже, Крис! Ты что? Я убил его! Стой, я Крис! Я убил его! Это я виноват! Нет, бред какой-то. Надо позвать на помощь. Прямо пополам! Давайте успокоимся, ладно? Надо звать на помощь, быстро! Не знаю. Эм, нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме! Ладно, ты прав. Собери всех, но если тут рыщет маньяк, нам нужно позвать на помощь, так ведь? А не сидеть и ждать. Ну как же... Что тут еще обсуждать? Пошли! Снова привет. Обстановка накаляется, правда? Все идет так, как тебе бы хотелось. Ясно. Ты считаешь, эти ребята заслужили такую участь? Ты же понимаешь, тебе потом будет плохо. Будет плохо всем. По твоей игре тебя никак не назовешь добрым человеком. Собираешься таким образом развлекаться. Ты хоть веришь, что я тут есть? А, ну конечно, вот в чем загвоздка. Ты сможешь отличить реальность от вымысла? Сомневаюсь.